Что будет, если несколько лет не платить за отопление? Жительница одного из домов по улице Марата ощутила на себе последствия своей же беспечности. Долг перед компанией «Т-Плюс» составил 69 тысяч рублей. Эта сумма набежала более чем за год неуплаты за отопление и горячую воду. Одним из зимних вечеров сотрудники службы судебных приставов навестили должницу и предоставили ей ордер на арест автомобиля. В ходе рейдового мероприятия совместно с представителями взыскателя ПАО «Т-Плюс» обнаружено транспортное средство «Форд Фокус», который принадлежит должнику. Согласно статье 80 Федерального закона об исполнительном производстве, на данный момент производится арест данного транспортного средства. Теперь у женщины есть 10 дней на то, чтобы оплатить задолженность перед энергокомпанией. Если в указанный срок долг не будет погашен, иномарку реализуют в счет его оплаты. Стоит отметить, что приставы регулярно наносят визиты должникам. Ареста имущества не происходит внезапно. Все начинается с оповещений и разъяснительных бесед. «Энергосбыт Плюс» проводит часто информационные кампании, акции, систематические напоминания для забывчивых клиентов. Сейчас у должников есть отличная возможность воспользоваться акцией «В Новый год без долгов», в рамках которой энергокомпания спишет накопленные пени. Подробности по телефону 21 41 37. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.